Вже 85, так? Так. Він коли виростає, він починає пшикати. Що? Не диви його. Він коли виростає, починає пшикати. Як пшикати? Якщо на нього наступити, він буде як димовушка пшикати. Ну, пойдем, хай росте. А він поганий? Добрий? Побігла. Побігла. На дерево. Так, водиться на дерево. Поп-поп-поп. Бачиш? Ні. От туди, от там дерево. Угу. Там воно бігло. Інструктаж пройду. А дай що кого-то туди одного направить? Про райдер їде собі. Їде собі так, потрохи, потрохи. Про райдер. Я хочу в таку сторону йти. Де я? А до кого? Ти туди, куди там так краще? Я туди не йду. Обсовывай такой велик, а ты снимаешь. Это старше выпустит. Миша. Ну, пойдем. Ты сегодня?
До 17 градусов выше нуля ожидается в этом регионе. В Киеве ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Днем в столице синоптики обещают от 11 до 13 градусов выше нуля. После 18 часов встречайте Татьяну Татарченко. Ну а я с вами прощаюсь и традиционно говорю до свидания. Терминатор. Терминатор. Уже асимметричный просто. Николай. Тільки заживу, сразу. І все на шахті, да? Все на шахті. Пиво мені не можна пити, ну, типа, мені пофіг. Она прошла на зелёным волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся. О, давай! О, ты вообще не знаешь. Хорошо. Все нормально. Не, не, не надо. Надо сильнее разняться. Не, Вова, Вова. Это надо вылет делать. Пока, Вова. Ощущение. Охренеть. Я накопал глину. И теперь большая стрелка. Давай, сюда чисто. Що я мамі покажу? Я не знаю.
Thank you.
прикольно, все, вся куча влезет в эту дорожку. Ну и куда он? А, это этот спортивный, да, вот. Управление спортивным. Угу. Діня само собою, навіть якщо він не буде з нами робити, він сюди буде закладати. Поддержите участие! Масіянка. Показався номер 82. Єдє. Просьба освободить фініш. Учасники йдуть на фініш. Все, фініш. Приветствуем первого учасника. Приветствуем! Громче! Я думаю, що скоро появится і второй. Время 11.10. Пока это рекорд на сегодняшний день. Вот еще один участник соревнования по номеру 110. Поприветствуем его. Поприветствуем еще одного участника под номером 87.
Я, в принципе, он пытался сидеть на меня, я просто отрывался, что он не это самое. Да, он не сидел и все. Я самому упаду. Вот ты в конце берешь и разрываешь. Что за показатель находит под альпийная трасса. Там же после спуска сразу. Вот этот маленький трамплинчик, да, он я вылетел и просто когда приземлялся, руль сломился. Ну как, там как бы ровно приземлялся. Просто вышло, что это самое. Всем объяснят старт, и все, поднимаетесь наверх и начинаем соревнование. Без велосипедов тоже не старт. Да, здесь будет. Дерево. Вот линию вот так вот проведем здесь, напротив этого дерева. Так, а ну, где стартовый протокол? Да, Марина. Маринка. Что, я в такой последовательности пить? Пожалуйста, 98 я уже не я. Добро. Добро, мы зараз переключим. Говорите. 85. Чарийчук. Чубарь, 98. Отдал, отдал. Отдал. Нет, что-то. Заканчила банка, що кинула на горбі. Вони на время, да? Вова! 4 месяца свободы. Давай, Вовка! Я внутри еще свободен. Дима, ты тоже. Правильно, правильно. Потом... Да? Сейчас не готов. Внимание. Маш? Понятно. Можно объехать его. Называется Yellow Master. Как и говорила мама, надо было свой велосипед сюда взять. Это уже пузо не позволяет. Привет участникам. Дядя, дядя.
сказав, що не вистачить. Давай. Петя, ну встань, рожу там скорчишь. Я пока... Я тоже голову. О, так обзывать. Там вчера целый день над ним города был, понимаешь, он что-то, у него страшно такое осталось. Да, конечно, столько шашлыка съесть. В этом возрасте. Это удобно, да? Я не чувствую вообще. Сало из-под него торчит, а так вообще нормально. Здорово, Санчес. Ты чего? Пацаны, дальше отойдите, бо все. Дальше! Уйдите, будьте добры. Закурим, вы... Чтобы не перетягивало, снимите. Там я убрал шлем, как я все держать? На, я его держу. Да, все могу, только документы. Значит, здесь встал. Сейчас. Я за, ты знаешь. Да какой мобилизируй, господи. Расслабься, ты в шоке. Вчера Пашка тоже лежал. Вчера все будет хорошо. Все в порядке, я чувствую. Жить ничего не интересует, скоро... Да. Да, на аппарат. Сейчас мы еще вместе хором ходим. Там вот солнце. Кто-то заснял, как он летел? Паша, Паша. Паша, Паша. Нет, знаю. Давайте следующий. Мам, третий автомат! Давай.
Thank you.
минут через 30-40 будет проведено награждение сегодняшних соревнований. А сейчас пауза. Андрій! Нагорода
огорожується грабантою призами. Ми зараз розберемося. Відчуємо оплески переможця. Зараз прийшов на натягивайте, там все падає. Давайте, давайте, чуть-чуть падає, чуть-чуть. Друге місце вибрав Леонід Михайлович. Подарите ему руль, господин Батаревич, он руль выиграл. Еще вчера я не уговаривал прийти на эти соревнования не только как зрителям, а участникам. Было реально возможность занять первое место, но это соревнование. Надо участвовать и занимать места. Он просто стайер, Тут будет актуальный зимний приз, так как Вова тоже увлекается горнолыжными или сноубордическими видами спорта, ты мой идея. И для этого ему нужно прилить свою голову в тепло. Тебя сноублайды сейчас покажут. Другой лист выбрал Собчук Андрей. Візок подати? Не поставили. І на сьогоднішні знання дві медалі отримує, другу медаль отримує за третє місце. Терещук, Крепкий Ярослав. Привітайте вам! Ярик, ты медалист на сегодняшний день. Добро. Поздравляю. Но, и тем не менее. Ты как называешь это? Извини. Нет, это все нормально. Ну, извини, красавец, если да. Спасибо. Есть всегда победители, есть проигравшие, но кроме сегодня, есть люди, которые... Старались, приложили максимум усилий, и мне понравилось чем-то за усилия, за борьбу, за мужество проявленное в борьбе. Есть люди, которые помогли нам организовать, построили трамплин и принимали активное участие в показательных выступлениях. Для этих людей мы хотим сделать специальное, не говорить, поощрительное подарки. Спасибо вам, что у нас есть. Паша. Мы хотим тебя поблагодарить. И первую, и вручную. Спасибо, Паша. Спасибо. Это от нас уже было более... Павло, ты лучший. Таким, таким, а зачем тебе две? Таким, таким, пригласить сюда Роблера. Тот, который нам помог делать... Показательное выступление. Спасибо. Спасибо тебе. Аплодисменты. Всем за то, дарит ему перчатки. За мужество, проявленное в борьбе. За финиш, который мог быть даже на Олимпийских играх.
Миша, я заговариваюсь, я просто шокирован этим финишем сегодня. Ты лучший кросс-кантри туда. Чтобы не было такой, за эстетизм, когда в пути. Титр уже закрутить новый. И от магазина, который предлагает Иван Пермелан, фирма Саличи, Италия, мы дарим тебе защиту, глаз, которая пригодится тебе в зимних туристических походах. Все участники хотят поблагодарить публику и публика. Поддержат участников. Спасибо. Спасибо.